Всем привет! Для того, чтобы приукрасить наш чехольчик, возьмем у ребенка начинку, которая больше всего вам нравится. Аккуратненько ее снимаем, ну и располагаем на совершенно чистом чехле. Теперь все это дело нужно как можно сильнее придавить. Тогда у нас будет совершенно новый чехол, приукрашенный в несколько раз. Начерки такие можно свободно взять на кассе в Пятерочке, если кому-то они не нужны в данный момент, либо же элементарно купив продукцию Пятерочки, ну вернее их товары, на 555 рублей, по-моему, вы получите ее совершенно бесплатно. Ну вот, в принципе, варианты, которые здесь есть. Может быть, вам повезет и вы вытащите свой счастливый билет, тот, который вам будет необходим. Ну а пока у нас есть индивидуальный чехол, который можно полностью залепить начинками, либо оставить одну эту. В общем, как-то так. Алиэкспрессу на заметку, можно начинки эти продавать намного дешевле. Отбоя от покупателей не будет. И либо к чехлу давать несколько штук для пробы. Всем пока!